Добрый вечер. Начинаем подробности, чтобы вы узнали главные новости этого дня. В студии Алексей Лихман. Вольная песня Зварича. Скандальный судья Калятник уже на свободе. Смерть на чужбине. Украинская семья стала жертвой теракта в далекой Буркина-Фасо. Белый паралич. Непогода заблокировала дороги и аэропорты. Синоптики утверждают, испытания только начинаются. Присяга под снегом. Как днепропетровская полиция к делу приступала. Четверо украинцев погибли в результате вчерашнего теракта в столице Буркина-Фасо. Информацию уже подтвердили в украинском МИДе. Как наши соотечественники оказались в числе погибших, все подробности далее в сюжете. Популярный ресторан «Капучино» в столице Буркина-Фасо стал первой мишенью террористов. Они ворвались в помещение и открыли огонь. Потом еще бросили гранату. Среди погибших оказалась совладелица заведения и ее родственники. Все выходцы из Харькова. Это 39-летняя Виктория Янковская с 9-летним сыном Мишей. Ее младшая сестра Яна и их мама Людмила. В СМИ появилась информация, что женщина приехала в Буркина-Фасо на свадьбу младшей дочери. Яна собиралась под венец. Виктория владела рестораном вместе со своим мужем, гражданином другого государства. Потрясен трагедией министр иностранных дел Украины. Я еще раз хотел бы высловить свои співчуття и родинам, и близким, и друзьям. Але те, що ми знаходимося в Раді безпеки, те, що ми можемо швидко реагувати на це, свідчить про те, що, по-перше, у нас є нові важелі, які прийшли до нас разом з нашим членством в Раді безпеки. Свідчить про те, що безпекова ситуація в Африці для нас теж дуже важлива. Премьер Арсений Яценюк уже дал поручение Министерству иностранных дел выяснить обстоятельства трагедии. В МИДе говорят, сейчас дипломатические представительства ищут возможность доставить тела погибших на родину. На данный час очікується волевиявлення рідних загиблих щодо місця поховання, після чого будуть прийматися конкретні рішення щодо шляхів та засобів перевезення тіл загиблих на батьківщину. Водночас чоловік однієї загиблих громадянок, який також є батьком загиблої дитини, він наразі перебуває в важкому психологічному стані. І тому питання щодо конкретного волевиявлення родичів стосовно питання репатріації, воно на даний час відкрито. Всего во время нападения на кафе и отель погибли 28 человек, 57 получили ранения. Жертвами экстремистов из группировки «Аль-Каида» в странах исламского Магриба стали представители 18 национальностей. Канадцы, французы, швейцарцы, граждане США, Нидерландов, Буркина-Фасо и других стран. Четверо террористов убиты, среди них две женщины. В стране объявили трехдневный траур. Сегодня в Ватикане о погибших помолился Папа Римский Франциск. Ирина Иванова, подробности телеканал «Интер». Павел Климкин сегодня в Брюсселе. Там состоится встреча группы друзей Украины в ЕС с участием министров иностранных дел. Обсудят ситуацию на Донбассе, безвизовый режим и работу зоны свободной торговли с Евросоюзом. У министра запланирована встреча и с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, вице-президентом по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем и комиссаром по торговле Сесилией Мальмстрём. Ситуація навколо Донбасу, мінський процес, питання енергетичної співпраці, але також те, що ми можемо зробити, щоб зупинити «Північний потік-2». Ну і, звичайно, ключові питання стосовно допомоги Україні. Враг вновь атаковал украинских армейцев в районе Светлодарской дуги, Горловки и Донецка. Украинские бойцы стойко переносят тяготы и лишения воинской службы, не пускают пророссийских боевиков на мирные территории и продолжают возводить оборонные фортификации. Геннадий Вивденко продолжит. Боец показывает новый блиндаж в окопах на Светлодарской дуге. Бревна в три наката. Крыша способна выдержать удар снаряда из гаубицы. Будем сейчас доделывать, будем его. Він так у нас виходить, на всякий случай у нас, цей бліндаж у нас. Ну він хороший, теплий. Сьогодні на цьому участку противник использует БМП, противотанкові ракети, стрілкове оружие і міномети. Боєць після ночного бою ділиться впечатленнями. Про закінчення вогню вчора ми точно не бачили. Нас важко просто так, скажем, заприборонить, як ми кажемо. Активність супротивника ми пов'язуємо з тим, що вони перевіряють нашу пильність і перевіряють, де краще їм би прийти.
Наибольший огонь противника за неделю традиционно в районе Донецкого аэропорта от Авдеевки до Песок. Воины устали от еженочного и ежедневного огня. Пытаются там, да, щодо ротації, щодо демобілізації. Буде указ президента, будемо мінятися. Без цього будемо стояти так, як стояли. У нас окопи вириті, в нас бліндажі закопані, в нас зброя на поготові. Без перемоги ми звідси не підемо. Не прекращаются бои на поступах к поселку Новгородское, к югу от Горловки. Бойцы смогли закопаться как можно глубже, как, например, в этом блиндаже площадью 4 на 4 метра. Неделя. Дожди были и потоп страшный был, так что у меня такое все еще развешено, сушится. Ну вот так вот как-то я и живу. Вот моя сброя. На передовой уже привычна воинская смекалка. Праздничную иллюминацию ловко приспособили для освещения подземных укреплений. Свечки быстро сгорают, но есть светодиоды и старый автоаккумулятор. Це не новий рік, це чисто практично річ, тому що на випадок якоїсь тривоги, щоб можна було спокійно схопити, що є, взутися в берси. Це з жиру. Це дали там зарплатню зразу за 2 місяці і з жиру купила. За минувшие сутки, по официальным сводкам, ни один украинский воин не убит и не ранен. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканала Интер из Донецкой области. США передали Украине медоборудование и системы защищенной радиосвязи для военных. Американское посольство в Киеве сообщило, гуманитарный груз, радиооборудование стоимостью в 21 миллион долларов и медснаряжение на 2 миллиона доставили в аэропорт Борисполя уже прошлой ночью. После растаможки его направят в подразделение украинской армии в города Яворов и Хмельницкий, где американские инструкторы научат солдат обращаться с новым оборудованием, жизненно важным для фронта. Судья Колядник Игорь Зварич на свободе. Скандально известного экс-главу Львовского апелляционного суда выпустили из Менской колонии еще 12 января. И он уже дома с семьей во Львове. В государственной пенитенциарной службе нам сообщили, Зварич сам подал прошение об освобождении, при этом сослался на так называемый закон Савченко, принятый парламентом по инициативе украинской летчицы, которую сейчас судят в России. Согласно этому документу, если суд выносит обвинительный приговор, то каждый день, проведенный обвиняемым в СИЗО до вердикта, считается 2 днями заключения. В СИЗО Зварич пробыл 3 года. Следовательно, по новому закону этот срок засчитан ему как 6 лет тюрьмы. Еще 4 года он уже отсидел в колонии. В целом 10 лет. Именно к такому сроку в 2011-м суд и приговорил экс-главу Львовского апелляционного суда. Я напомню эту скандальную историю. В 2008 году генпрокуратура возбудила против него уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обыска в кабинете и квартире судьи, его заместителей, коллег, следователи нашли $1 миллион и 2 миллиона гривен. Ну, тогда Зварич собрал пресс-конференцию и заявил, что эти деньги в буквальном смысле слова он наколядовал. Ему по старой судейской традиции засевали деньгами новый кабинет. Первое испытание присягой прошли днепропетровские полицейские, ведь клятву им пришлось приносить в сильный снегопад. Когда на улицах города появятся люди в новой форме и хорошо ли они подготовлены, все расскажет Наталья Грищенко. Седьмая рота, назад. Равняемся по 5-ю роту. Этого дня Днепропетровск ждал 5 месяцев. Именно столько времени прошло с начала набора в новую полицию. Заявление тогда подали рекордное количество желающих – больше 11 тысяч. До сегодняшнего дня сохранялась интрига – кто они, новые блюстители порядка. Оказалось, профессиональных правоохранителей всего 10%. Остальные – учителя, инженеры, строители, юристы. Я бывший сотрудник банка. То есть структура полиции для меня – это совершенно новая. Решил попробовать. Я думаю, каждому из нас нужно капельку идеализма иметь. Свой идеализм и веру, что смогут что-то изменить, они надеются не растерять в процессе работы. Иначе говорят, зачем сюда было идти. 5-я часть от общего числа новых полицейских в Днепропетровске – девушки. Настроены решительно не только на место ДТП выезжать и хулиганов урезонивать. Первоочередная наша задача – парковщиков с центра убрать, потому что ездить невозможно, они занимают полностью полосы. Они скажут, мы не хотим уходить в ваши действия. Эвакуаторы в помощь.
Зарплата от 8 тысяч, широкие полномочия, но и график работы круглосуточный. На одно место патрульного полицейского в Днепропетровске в среднем претендовали 7 человек. Должны были набрать 1100. В результате присягу сегодня принимают всего 950. Почему даже для начальника патрульной полиции города? Загадка. Мол, отбор проводила специально приглашенная компания. Недобор у нас 150 человек. З чим він зв'язаний, це знає тільки компанія, яка проводила недобір. І добір буде в лютому місяці. Какие качества претендентов были в приоритете, неизвестно. Например, до сих пор в рядах патрульных полицейских много тех, у кого нет водительских прав. Впрочем, это в управлении национальной полиции обещают быстро исправить и даже гарантируют курсы экстремального вождения. Вообще, менять программу обучения патрульных научили ошибки в других городах. Это тактика, это задержание, это общение с гражданами, это, ну, в первую очередь, и вождение в том числе. Мы учитываем инструктора, соответственно, добавляем по конкретным темам, добавляем часы. Всего в городе будет 90 патрулей. Полицейские просят горожан особо не рассчитывать на селфи. Мол, не для этого форму надели. На фото они позируют лишь с родственниками. И то в последние полчаса перед присягой. Сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Несмотря на серьезный отбор и сложное обучение, сегодня им предстоит выдержать самый главный экзамен. Первые наряды новых патрульных выезжают на дежурство как раз в эти минуты. Наталья Грищенко, Евгений Кудинцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровск. Конец блокады и торговым отношениям с оккупированным Крымом. С сегодняшнего дня Кабмин официально запретил товарооборот с полуостровом. Отныне через пропускные пункты разрешается провозить только личные вещи и продукты стоимостью до 10 тысяч гривен и весом до 50 килограммов. Напомню, накануне крымские татары также объявили об окончании своей акции на границе с Крымом. Почти 4 месяца они не пропускали фуры с продуктами и различными товарами в обе стороны. Теперь же анонсируют, акция будет проходить в новом формате. Теперь наши группы намного в меньшем количестве будут находиться вместе с таможенниками и пограничниками. Мы там оборудуем по вагончику, чангаре, чаплынке, каланчаке. И люди, участники блокады, будут просто как общественность контролировать, наблюдать за действиями пограничников и таможенников с точки зрения выполнения ими в полном объеме постановления Кабинета министров. Снова возвращаемся к ситуации в зоне АТО. С нами на прямой связи военный корреспондент Станислав Кухарчук. Стас, я рад тебя приветствовать. Ты сегодня работал в районе Мариуполя. Скажи, пожалуйста, какая там обстановка, что можешь рассказать? Да, Леш, вечер добрый. Сегодня ситуация на Мариупольском направлении относительно спокойная. Всего 3 обстрела, хотя с начала этой недели ситуация на фронте только обострялась. В зоне ответственности мариупольской группировки противник активно применял крупнокалиберные пулеметы, минометы и даже ствольную артиллерию. Но вот сегодня боевики применяли исключительно легкое стрелковое оружие. Обстреляли опорные пункты украинской армии возле Марьинки, Красногоровки и Гранитного. Если раньше боевики в основном вели обстрелы в ночное время, сейчас большинство обстрелов ведется и в дневное время. Сегодня в полдень был обстрелян сторожевой пост возле населенного пункта Гранитное. К счастью, пострадавших среди украинских военных нет, но вот сами ребята говорят, как правило, после вот такого затишья обстрелы только усиливаются. И пока это вся информация с мариупольского направления. Алексей. Спасибо, коллега, за работу. Самые последние новости из сектора М узнали от Станислава Кухарчука. Ну а теперь к фронту погодному. Юг страны замело. Засыпало снегом Одессу, Николаев, Херсон. Транспортное сообщение между городами прекратили еще с раннего утра. В городах ситуация немного лучше, там общественный транспорт хотя бы работает, но есть и свои трудности. Давайте узнаем подробности от наших корреспондентов. Мощный снегопад синоптики прогнозировали еще неделю назад. Прогноз сбылся. Сегодня в Николаеве весь день метет. С самого утра на улице выехала снегоуборочная техника. Немного бы добавить водителям солидарности, то, конечно, может, было бы проще все. Снег начался около 6 часов. Мы в 7 часов выехали, получили задание. Ну вот где-то 7:30 выехали уже работать.
Троллейбусы, трамваи ходят по графику. Маршруток в городе гораздо меньше, чем обычно. Некоторые пригородные рейсы отменили. Люди пошли в ближайшие села пешком. На выезде из Николаева полицейские перекрыли трассу. Автомобилистов разворачивают обратно в город. Предупреждают, ехать сейчас небезопасно. Плохая видимость и большие сугробы. Водители грузовиков говорят, междугородние дороги чистят крайне редко. В снежном плену в Николаевской области уже оказалось 30 автомобилей. Позвонил, сказали, ждите, здесь ездит автодор. Но вот почти за 2 часа еще ни одной машины нету. Хоть по городу там еще немного движется техника какая-то, пытается что-то сделать, но здесь вообще нет никого. Расчищать дороги в Николаеве вышли и рядовые жители. Анатолий смастерил для этого прицеп-грейдер. Банально простейшая труба сделана так, чтобы она играла буквально. То есть любую почку она спокойно проходит. Буквально банально, даже соседке плохо станет, мне плохо станет, скорая доедет? Нет. А если дорога будет чистая, доедет? Доедет. В центре города местные власти организовали выдачу лопат. Правда, с возвратом. Если придут люди, у нас в подвале 48 лопат. Угу. Вот таких совковых больших. Коллективно приходят. Не один человек, а несколько человек. В Одессе и Херсоне подобная ситуация. Временно не работает Одесский аэропорт. Закрыты некоторые трассы, по другим проезд ограничен. Закрыты 3 порта. Белгород-Днестровский, Усть-Дунайский и Южный. В области 30 населенных пунктов остались без света. В Херсоне обстановка чуть лучше. Там снега выпало меньше. Но трассы все равно закрыли. Из-за сугробов в Очакове женщина провалилась в открытый канализационный люк, занесенный снегом. Травмы не тяжелые. Дорожные службы обещают до 7 утра расчистить дороги и пустить транспорт, если снегопад прекратится. А в Николаеве на завтра отменили уроки во всех школах. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности. Телеканал Интер. Борьбу с нелегальными свалками мусора начали жители одного из микрорайонов Николаева. Причем весьма необычным способом. Активисты пересматривают выброшенный хлам в поисках документов, чеков, квитанций. По ним вычисляют владельца мусора. Ну а вот что происходит дальше, знают наши корреспонденты. Эта нелегальная свалка на окраинах Николаева появилась несколько месяцев назад. Активисты говорят, стоит кому-то одному бросить мусор у дороги, как это место моментально превращается в огромную помойку. И что с этим делать, уже придумали. Еще чек один. Мы находим свалку нелегально организованную кем-то и сортируем мусор, находим чеки. Народ настолько беспечный, он не может выкинуть свои чеки, прежде чем выкинуть на природу свой мусор. Сергея единомышленники и активисты прозвали мусорным детективом. На его счету уже десятки расчищенных свалок. Когда он находит чеки, квитанции или любые другие документы, которые позволяют вычислить того, кто выбросил мусор, пакует его в мешки и отвозит владельцу. Попадаются и копии паспортов. Тогда на нарушителя составляют протокол. Минимальный штраф за такое порушение становит 340 гривен, а максимальный 1700 гривен. Вот этот мусор выбросили работники магазина. Об этом говорит большое количество чеков, среди прочего хлама. Активисты везут все назад, владельцу. Работники в шоке. Я говорю, выйдите, пожалуйста, из магазина. У меня на территории магазина лежит мой мусор. У вас там свалка? Ну вот у меня есть мусор, я вам могу показать. Свалка, не свалка. Куда он девается, мы отапливаем не газом, а отапливаем картоном. Хозяева магазина отказались признать, что выбрасывают мусор на дорогу, а не на официальную свалку. А штрафует ли магазин, через несколько дней определит специальная комиссия. Штраф будет, я думаю, что небольшой. 1700 гривен максимально, что может власть сделать. Это недостаточно для того, чтобы навести порядок. Даже недостаточно этих денег, чтобы убрать ту свалку. Активисты устраивают такие мусорные акции несколько раз в месяц. Так надеются отучить жителей своего микрорайона мусорить где захочется. Анна Каменева, Кирилл Лущишин, Богдан Иванов. Подробности. Телеканал Интер. Николаевская область. Убыточная блокада. Почему пикетировали дистрибьютора табачных изделий и как эти действия расценивают самой компании? Подробнее Оксана Григорьева. Блокада самого крупного в стране дистрибьютора табачных изделий компании «Мегаполис Украина» проходила одновременно в 6 городах – Львове, Луцке, Ковеле, Ривне, Тернополе и Киеве. На этом видео осада столичного представительства фирмы. Организаторы акции объясняют свои действия, блокируют работу предприятия, так как оно якобы является филиалом российской группы компании «Мегаполис». Но большинство пикетчиков так и не смогли сформулировать, почему примкнули к блокаде. Я не знаю, дети. Мы скажу, я не знаю. Ну, у вас написано «Мегаполис». Нам цікаво, що це.
Не можем. В самой компании ситуацию называют абсурдной. Среди собственников мегаполиса граждане Ирландии, Великобритании и Украины. К России, говорят здесь, фирма не имеет никакого отношения. Такі дії ми розцінюємо як сплановану акцію з метою дестабілізації роботи компанії з подальшим її рейдерським захопленням. І ми вважаємо, що ця акція є замовною і направлена на переділ тютюнового ринку України. В компанії вже підсчитали убитки за кілька днів простою. Кожен обійшовся місцевим бюджетом в 700 тисяч гривень. Розблокувати роботу вдалося після вмішательства місцевих властей і правоохоронителей. Правоохоронні органи, які належать за законом, слідкували за дотриманням громадського порядку і за тим, щоб не допустити насилля якогось або порушення громадського порядку, з чим ми впоралися. Зараз компанія «Мегаполіс Україна» працює в штатному режимі. Оксана Григорьева, Леонід Аборін, подробності, телеканал «Інтер». Санкции с Ирана сняты. Что это означает для мировой экономики и как на это отреагировали в разных странах? Всю последнюю информацию узнаем у Данила Русакова. Санкции в отношении Ирана сняты. Почти 400 физических и юридических лиц сегодня официально вычеркнуты из черного списка США. На международном рынке стремительно дешевеющих углеводородов появится новый игрок. Российский МИД сегодня по поводу снятия санкций выпустил короткое информационное заявление. В нем напомнили о своей ключевой роли в дипломатическом решении конфликта. Про нефть ничего не упомянули, зато не забыли об обогащенном уране. Его, как отмечается в сообщении, Тегеран передал Москве. Дальше последовали комментарии о МАГАТЭ. По мнению ведомства, уже скоро эта организация должна будет прийти к выводу об исключительно мирных намерениях Исламской Республики. Впрочем, такой оптимизм разделяют далеко не все. Израиль будет продолжать мониторинг, не нарушает ли Иран международные договоренности. Прежде всего, договор о ядерном, баллистическом оружии и противодействии терроризму. Международное сообщество обязано немедленно ввести жесткие санкции при любых нарушениях. Но на это заявление в Тегеране, похоже, никак не прореагировали. Президент Исламской Республики Хасан Рухани говорит о другом. Он заявил, мол, реализация ядерных соглашений – это настоящая золотая страница в истории его страны. Впрочем, санкции с Ирана США сняли не полностью. Вашингтон пока сохранил в силе решение по замороженным банковским счетам и собственности. Речь идет о той, что принадлежит Ирану и находится в Америке. Кроме того, в черном списке продолжает оставаться еще 200 физических и юридических лиц. С ними гражданам США запрещено иметь какие бы то ни было деловые отношения. Данил Русаков, Сергей Ведмитин, Московское бюро телеканала «Интер». Но сразу после снятия санкций, связанных с ядерной программой Ирана, США ввели ограничения из-за ракетной. В черный список добавили имена пятерых иранцев и сеть компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах и Китае. Но тем не менее, Тегеран намерен вернуться на прежние позиции в ОПЕК. И уже к осени экспорт сырой нефти планируют увеличить вдвое, до 2 миллионов баррелей в день. Австрия приостановила действие Шенгенского соглашения. Такое решение власти страны приняли из-за наплыва нелегалов. По словам канцлера Вернера Файмана, через границу будут пропускать только тех беженцев, которые имеют формальное право просить политическое убежище. Остальных будут отправлять обратно. Принятые меры временные, но вот когда их отменят, пока неизвестно. По мнению австрийского канцлера, проблема миграции угрожает существованию всей Шенгенской зоны. Носить или не носить? Ермолка во Франции стала на этой неделе аксессуаром преткновения. После того, как в Марселе подросток Курт напал на преподавателя теологии, прозвучали призывы до поры до времени оставлять кипу дома. Как отреагировали на предложение евреи, расскажет София Гордиенко. На иврите слово «кипа» означает «покрытие» или «купол». Это знак контакта с Богом, мол, есть еще что-то выше твоей головы. Кстати, Папа Римский тоже носит кипу, только красного цвета, и называется она «палеолус». О том, что пора пересмотреть гардероб, евреи Франции всерьез заговорили после того, как в начале недели на преподавателя теологии марсельской школы напал вооруженный курдский подросток. Я шел на работу, и тут подбегает этот человек с мачете и начинает наносить удары. Я кричал, но не увидел никого вокруг и подумал, что тут не конец. Если один символ веры спровоцировал нападение, то другой спас. Мсье Анселем сумел отбиться Торой. Дабы не искушать судьбу, предводитель марсельского еврейства призвал иудеев внести поправки в гардероб, чем вызвал шквал критики.
Я советую марсельским евреям локально перестать носить кипы до тех пор, пока все не успокоится. Предпочитаю предупредить и слышать критику, чем не предупреждать и потом пожалеть, если что-то случится. Критикуют его нещадно, особенно старшее поколение. Да что же это такое, ермолку не носить? Я в Марокко жил и всегда носил среди мусульман, и все меня уважали. Можно носить кипу под кепкой, не обязательно ее всем демонстрировать. Это ведь больше для себя носишь. Тем временем французы настолько обеспокоились еврейским вопросом, что в знак поддержки сами стали надевать кипы. Даже некоторые депутаты в парламент пришли с покрытой головой. Я не еврей, но сегодня полностью солидарен с евреями и думаю, что все французы должны надеть кипу сейчас. Власти уверяют, страна сделает все, чтобы защитить право своих евреев на их веру и обычаи. Правда, как говорят сами иудеи, к каждому еврею охрану не приставишь, а потому предпочитают свою ермолку носить. Мол, если уступить агрессору сегодня, завтра и христианам придется кресты снять и паранджу надеть. Спокойствие, только спокойствие. Это лучший еврейский ответ. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал Интер. Исторические достопримечательности на пользу современному обществу. В Лондоне открывают секретные бункеры времен Второй мировой для туристов. Оксана Кундеренко уже успела изучить эти тайные подземелья. С виду обычная станция метро «Южный Клэпхэм» таит много легенд. Под платформой, где ходят поезда, есть дополнительные уровни и секретные бункеры времен Второй мировой, самые глубокие и безопасные в Лондоне. И теперь увидеть их сможет каждый. За небольшую плату в подземелье будут водить экскурсии, рассказывать истории о том, как здесь размещались 8 тысяч человек. На стенах до сих пор можно увидеть их имена. Многие из кроватей подписаны. Фактически бомбоубежища остались нетронутыми с прошлого века. Государство решило больше углубиться под землю из-за огромного количества жертв. В начале войны на станции Банк погибли 56 человек. После прямого попадания бомбы убежище не спасло. Глубина почти 37 метров. Это место считалось самым безопасным в стране. И попасть сюда могли только избранные по специальным билетам. В бункерах находились кухня-столовая, мини-госпиталь, зоны для сна и даже для развлечений. В тяжелые времена британское правительство всячески рекламировало подземные тоннели, чтобы хоть как-то умерить страх перед бомбежками с воздуха. Тут был настоящий клуб. Люди знакомились, устраивали танцы, рассказывали истории, пели. Все, чтобы хоть как-то отвлечься от происходящего. В этом бункере было шумно. От проходящих мимо поездов метро. Лондонское бюро транспорта, которому принадлежат эти катакомбы, не просто так решило их рассекретить. Деньги, полученные от туристов, планируют потратить на развитие подземки, улучшить инфраструктуру современного города и сохранить его историю. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Рекордное моржевание. Сколько человек способен продержаться в ванне со льдом? Об этом и не только. Узнайте из нашего обзора. Более 130 морских черепах выпустили на волю у берегов Северной Каролины. Несколько месяцев назад животных прибило к берегу из-за резкого снижения температуры. Присмыкающихся поймали, отогрели и привезли к теплым водам Гольфстрима за 30 километров от берега. Спасательную операцию экологам помог провести экипаж береговой охраны США. В Китае профессиональный морж, известный как полярный медведь, более часа в одних плавках продержался в ванне со льдом. Таким образом, Цуй Дэй побил мировой рекорд. Он один из немногих людей планеты, способных выдержать такое экстремальное испытание. В 2011 году спортсмен в одних шортах поднялся на Эверест. Чтобы не потерять форму, ежедневно проводит в ванне со льдом полчаса. Настоящий сюрприз преподнесла погода британцам. Зимой в Англии снега почти не бывает. И многие даже не ставят на колеса зимнюю резину. А температура воздуха опустилась ниже минус 11. И пока британские водители страдают от неудобств, дети наслаждаются зимней сказкой. Снега в стране не было 3 года. Весна пришла на МКС. Впервые в истории на Международной космической станции распустились цветы. Да, в космосе есть другие формы жизни, пошутил космонавт-садовник Скотт Келли в Твиттере. Он ухаживает за цинниями, высаженными на МКС в прошлом году. Космонавт сумел убрать плесень с растений и решить проблему полива в условиях невесомости.
2966 Новый год отметили племена берберов в Марокко. Для коренных жителей этот день повод лишний раз напомнить о своем существовании. В нынешнем году традиционные пляски они устроили перед зданием парламента в самом сердце столицы Марокко – Рабате. В Руанде после футбольного матча Кубка африканских наций трибуны раскрасил триколор страны. Болельщики переоделись в яркие желтые, голубые, зеленые майки и танцевали. А на поле футболисты вынесли три разноцветных полотна. Команду Кот-д'Ивуара они обыграли всего на один гол. Зато это первая победа Руанды в этом сезоне. Женская сборная Украины по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира. Взяли золото, опередив на финише команду Германии. Проходили соревнования в немецком Руппальдинге. Президент Петр Порошенко на своей страничке в Фейсбуке уже поздравил Ирину Варвинец, Юлию Джиму, Валю Семиренко и Елену Петгрушную с этой победой. На этой победной ноте и заканчиваем. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся уже завтра.